Добрый день! В этом уроке мы закончим изучение entity семейства Instance, а именно Func Instance Parms и Func Instance Origin. Func Instance Parms – точная entity, добавляющая в Instance возможность редактирования переменных, таких как положение экземпляра, его цвет, скины и так далее. Мы рассмотрим самый простейший пример – возможность менять скин. Заранее уже была выбрана модель, имеющая в себе несколько разных вариантов окраса. В ее свойствах в графе Skin мы поставили знак доллара, тем самым пометив, что данная строка будет редактироваться через Func Instance Parms в готовом экземпляре. После знака доллара мы дописали название параметра для самих себя. Далее мы установили на карту Func Instance Parms, и он автоматически нашел доступную для него переменную, которую мы только что выбирали. Но ему нужно помочь определить, что именно он будет менять. Как вы видите, перед нами открывается большой список доступных переменных. Но нам нужно найти Integer. Если вы хотите сами разобраться, что значат эти переменные, то зайдите на страницу в Entity Valve Wiki и не забудьте посетить статью о PropDynamic. Выбрав параметр, устанавливаем исходное значение, пусть будет 0. Теперь, когда мы будем открывать готовый экземпляр, то увидим нашу переменную, где можно выбрать скин от 0 до 3. Возможно, вам покажется, что эта entity неудобна и все можно было бы сделать и без нее. Но это лишь простой пример на скинах, она более пластична, чем кажется на первый взгляд. Закончим урок, упомянув о Func Instance Origin. Она служит якорной точкой для вашего экземпляра. Данная entity может и не быть в некоторых играх. Благодарю вас за внимание, поставьте ролику палец вверх, подпишитесь и помогите проекту донатом. До новых встреч!